всем рыбакам посвящается. Обычно для рыбалки как раз и используют перловую или гороховую крупы, но если вы вдруг не знаете, как это сделать, вот простой рецепт гороховой каши для рыбалки. Рецепт приготовления гороховой каши для рыбалки, как видите, вовсе не сложен, так что вы вполне можете делать такие заготовочки мужу или папе рыбаку, уж они ваши старания оценят по достоинству. Или же вариант еще проще, покажите им наш простой рецепт гороховой каши для рыбалки, и вручите пакет гороха, делов-то. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Сначала просто отварим горох в воде около часа, если вода будет выкипать, доливайте еще, варите, пока горох не размякнет, а потом измельчите его в блендере или используйте толкушку. 2. Смешайте с мукой в соотношении 1:1, если будет жидковато, добавьте еще муки, должна получиться пластичная масса. 3. Вот такая, помещаем ее в целлофановый пакет, спрессовываем и отправим в холодильник или морозилку. 4. Ну вот ваша каша для рыбалки и готова. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Гороховая каша, 100 грамм. Вода, 200 миллилитров. Мука, 100 грамм. Количество порций, 5. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!